Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я покажу вам, как научиться использовать эффекты в видеорилсах на Фейсбуке. Входим во вкладочку Reels, жмем «Создать видеорилс», и здесь есть два пути. Либо же нажимаете на камеру, и здесь с правой стороны у вас будут эффекты, которые вы можете добавить. Либо же, если у вас их нету, вы можете выйти, зайти во вкладочку «Эффекты». И уже здесь вы можете спокойно снимать, выбирая нужный вам эффект. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за нашими обновлениями. До новых встреч!